Южная часть Грибовская, слушаю вас. Здравствуйте. Моя фамилия Жилин Сергей Анатольевич. Я хотел бы вот уточнить. На дорожной сети города Краснодара находятся посторонние предметы. Кто этим вопросом занимается? Что за посторонние предметы? Бочки мешают проезду и находятся на дорожной сети. Улица какая? Кореновская, 12. Это Краснодар? Краснодар. Что, стоят бочки, мешают проезду? Да, мешают проезду, мешают мне парковаться, грузиться, разгружаться, загружаться, ездить, машину парковать. Кто этим вопросом должен заниматься? Сотрудники ДПС? Заявку вашу сейчас я передам. Фамилия, да уже эту заявку передают уже, не знаю, уже много тысяч лет. Фамилия Маржидин. Вам наряд полиции нужен или нет? Ну, конечно, нужен. Ну, тогда говорите фамилию, имя, отчество полностью. Жилин Сергей Анатольевич. Сегодня уже вы обращались или нет? Сегодня еще нет. Вчера, позавчера, позавчера. Номер телефона прочитал. Свой говорите. 8-988-20. Все хорошо, сейчас буду передавать заявку. Подождите, у меня вторая, да, я понимаю, что свяжутся, у меня вторая еще заявочка. Дело в том, что с 29 декабря 2021 года я обращаюсь по этому вопросу. Бочки до сих пор стоят на дорожной сети. Я хотел бы, чтобы этим вопросом занялись, кто там у вас, служба собственной безопасности, либо еще кто-то. Я не знаю, дело в том, что я еще говорю, с 29 числа я обращаюсь в полицию. Это нехорошо, дослушайте меня, пожалуйста. Зафиксируйте второе обращение. Я хотел бы, чтобы этим вопросом занялись, кто там будет, служба собственной безопасности, либо кто-то заниматься. Сообщите мне, пожалуйста, номера КОСП первого и второго заявления. Алло. Сейчас, секунду, ожидайте. Не кричите. Заявку вы хотите, чтобы пожаловаться на сотрудников полиции или что? Совершенно верно. 76 у вас будет и 77. Благодарю вас. Пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из полиции участкового беспокоит Аркадий Михайлович, лейтенант полиции. А фамилия Аркадия Михайловича? Не слышно? Алло, слышно, да. А фамилия ваша? Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович, я услышал. А фамилия ваша? Я говорю, птицы, но уже третий раз. Не расслышал, видимо, со связью. Да, я понял, да. Угу. Слушаю вас. По вашему обращению звоню насчет того, что хотите, пожалуйста, сотрудников полиции. Правильно вас понял? Совершенно верно. А на кого-то конкретно или... Более конкретно это, наверное, вам необходимо будет выяснить. Ну, хорошо, я понял, но просто как бы сузить круг. Ну, вот сужаю, смотрите. Значит, сегодня у нас с вами какое число? 20 января 2022 года? Верно. Время у нас уже 15 часов 55 минут. Значит, 29 декабря 2021 года я сделал первое заявление о том, что вот стоят бочки. После того, как их передвинули, сделали мне еще более неудобно там парковаться, ездить и так далее. И бочки до сих пор стоят. Вот сейчас они там стоят. Вот вам и как бы диапазон, начиная от 29 декабря 2021 года по сегодняшний день. То есть пожалуйста. Сотрудники, которые должны заниматься данными бочками, верно? Да, я обращаюсь вот буквально каждый день, делаю заявление о том, что вот бочки стоят, они мне мешают, и реакции никакой нет. Так что ежедневно, пожалуйста, вот кто там дежурный, кто ответственный и так далее, пожалуйста. Широкий диапазон. Я понял, хорошо. Все, будем иметь в виду, разберемся. Да, конечно, вот, жду официальный ответ. Все, конечно, само собой, так всегда, зовите, отправляем уведомления. Угу, да, спасибо. Все, не за что. Угу. До свидания. До свидания. Хорошо, дня.
Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна, то не видна, то не видна, то не видна, то не видна.